Теплая погода гарантирует аншлаг на Борисовском карьере. Даже в середине буднего дня здесь десятки компаний, которые захотели охладиться. На знак «Купание запрещено» внимания не обращают. И даже смерть двух подростков за три дня – не показатель опасности карьера. Я слышала только лишь про одного. Поэтому нет, не испугайте. Честно, не пугает. Ну, везде где-то люди тонут, о чем вы говорите? Да, мы знаем. Мы знаем. И все равно приезжайте? Ну, а где купаться? Не на море же ехать, далеко ехать. Поэтому приезжаем, да. Жаркая погода, приезжаем. Дети хорошо плавают. Каждый на этом берегу уверен, что его беда точно обойдет. Одни полагаются на свои навыки, другие надеются на помощь окружающих. Дети рассекают воду под наблюдением взрослых. Далеко не уплываем. Я вот так максимум заплываю, потом обратно начинаю плыть. Мы друг дружку уплываем. Ну, учимся плавать нормально. Только вряд ли Борисовский карьер можно назвать пригодным для обучения. Дно здесь неровное, глубина местами около 6 метров. Берег не оборудован для отдыха. Да и вода очень сомнительного качества. Микробиологические исследования не соответствуют гигиеническим нормативам. Чем это чревато? Это заболевание не только кожных покровов, потому что вода соприкасается с кожей, да, но это и острые кишечные инфекции, которые мы можем подхватить, захлебывая эту воду. И такая ситуация на всех местах отдыха у воды. Высокая температура воздуха, влажность – благополучная среда для развития опасных микроорганизмов. Потому купаться в Уссурийске в этом году нельзя. Но жители округа, зная о запрете, предпочитают ежедневно рисковать здоровьем и жизнью. Анна Клыга, Сергей Флоренцев, Телемикс.